Но на самом деле, знаете, сейчас пациенты приходят, которые имеют... Они все знают, они опытны, действительно они опытны. Они выбирают препарат, они придут к вам, еще с вас спросят, почему вы работаете не на том препарате, а вот на этом, почему вы отстали. Да, да, вся Москва, все подружки делают это, а вы, врач, не умеете это делать. Если мы вот соблюдаем это правило, у нас практически и не кровит, да, вот, ну, чуть-чуть вот. Угу. Прокололи эти лучики, да, и идем вот под глазками. Почему? Насколько позволит нам пациент? Мы сказали с вами, что эта зона, она требует очень такого вот нашего серьезного внимания, да, потому что подкожного жира нет, мелкая сетка образуется очень быстро, исправить очень сложно. Это вот нидлинг, биоревитализация, меза, в общем-то и все то, что вот. Очень мало пилингов, да, вот здесь только специальные пилинги для век, которые идут в эту зону. Скажите, если сосуды близко расположены, стараемся их? Стараемся их обойти, да. Но всегда предупреждаем пациента, что любое нарушение целостности кожного покрова, то, что мы делаем, может привести, это не является осложнением.